Сертификаты номиналом 10 тысяч рублей накануне выпускных баллов получили 11-классники от городской администрации. Это единовременное пособие детям-сиротам, оставшимся без попечения родителей и находящимся на воспитании в приемных семьях. В торжественной обстановке представители районной администрации и Министерства социально-демографической политики вручили ребятам ценные подарки и благодарственные письма для опекунов. В железнодорожном районе Самары живут 7 выпускников 11 классов, которым полагается подобная форма поддержки в этом году. Это очень важно, ведь они понимают, что взрослые заботятся о них, что взрослые знают, что они есть, и что взрослые всегда придут на помощь. Политика, семейная политика, политика по отношению жизнеустройства детей, оказавшись в трудной жизненной ситуации, в нашем Самарском регионе проходит уже более 25 лет.